Люди, вы с ума сошли? Собака сидит на балконе уже 4 часа, если не больше. Такой вопрос в одном из городских пабликов задала телезрительница Мария. На кадрах большой пес, который действительно сидит на балконе. Это короткое видео набрало за сутки более 15 тысяч просмотров и около 100 комментариев. Одни пользователи возмущались. Действительно, как можно было выставить четвероногого друга на холод? Другие начали возражать. Мол, эта собака, ее сородичи за городом в будках круглый год живут и ничего. Чтобы разрешить этот вопрос, мы обратились к ветеринару Анне Рожневой. Специалист согласился с автором. Так поступает. С животными нельзя. Если животное уже изначально жило в квартире и на долгий период вы его оставляете на том же самом балконе неутепленном, без пищи, без воды, то последствия будут, конечно, плачевные у таких животных, и плюсом будет стресс большой. Также Анна посоветовала хозяевам собаки в дальнейшем необходимо понаблюдать за питомцем в течение нескольких дней. Если что-то в поведении собаки будет не так, обязательно обратиться к ветеринару. Все-таки мы в ответе за тех, кого приручили.